Археологи впервые смогли войти в древнюю гробницу одного из правителей цивилизации майя. Нога человека не ступала сюда более 1000 лет. Внутри исследователи обнаружили искусно выполненные на стенах красные фрески, керамические изделия и элементы погребального савана. На трех стенах сохранились остатки настенной живописи, на которой изображены люди с черными волосами и в сандалиях, а на полу обнаружены куски изделий из керамики и фрагменты фрески. Гробницу нашли еще в 1999 году среди развалин древнего города Паленке на юге мексиканского штата Чиапас. Изначально исследование было возможно проводить только с помощью камер с дистанционным управлением, которые для этого спускали на 6-метровую глубину. Специалисты из Мексиканского национального института антропологии и истории считают, что в сооружении могут храниться останки правителя майя Пакаля, который жил в 600-х годах нашей эры. Изучением древнего захоронения займется команда из 60 человек. В ее состав войдут археологи, реставраторы, химики, архитекторы, фотографы и художники-оформители. Однако внутри работать одновременно смогут только 2 человека. При этом им придется надевать специальные костюмы, чтобы температура в гробнице не повышалась.